Что-то у тебя там прервалось или что? Ага, это Юля с Игорем звонили мне, Юля с Игорем. А я потом к тебе подключилась, ты с Сергеем разговаривал. И я отключилась. А Юля сообщила, что, ну, тебе уже сказали, она мне сообщила, что Гале сделали операцию, она находится в реанимации все еще. Вот это сообщила она. Люденчук направили в город, в больницу. А что с ней? Тоже болеет. Ну, я же не знаю. А, ну хорошо, я узнаю тогда сейчас. Да это зачем нам узнавать-то? Помолись, да и все. Ну ладно. Ну, спаси Христос тебя за молитвы. По твоим молитвам я и живу. Вот видишь, мне полегче стало. А я сейчас читала овсяной отвар, как полезен, насколько полезен буквально при всех заболеваниях. И ты знаешь, и я вам отвар сделала при простудных заболеваниях, при всех, при сердечных заболеваниях, кишечных. Там столько много написано про овес. Но только начни считать вот журнал там «Здоровье», ты не вылезешь оттуда, только будешь думать о болячках. Ага. А сейчас вот растопляла печку-то, да? Печку растопляла, журнал встретила. Здесь вот «Не бей». Ах, как отчим 6-летнего мальчишку забил. И врачи подсчитали 500 или 600 ударов. Он каждый раз его бил. Мне-то зачем говоришь это? Ты по делу что-то говори, время зря не трать. Я ни мальчишку не знаю, ни человека, помочь не могу. Ну, он забил до смерти его. Но вот я читаю статью это о том, о жестокости, как бьют ужасно Ну, не детей. надо это мне, не надо мне, не засоряй мне голову-то. Да во всем мире это жестокость. Надо ко Христу идти. Да-да, я тоже думаю. Ну вот, что я тебе хотела сказать, а ты уже знаешь, оказывается, что Гали операцию-то сделали. А ты мне дополнительно еще о Люде сказал. А как Сергей там себя чувствует? Ты сейчас с ним разговаривал уже? Когда сейчас? Ну вот я как-то подключилась, Да включила. не было никого. Что ты придумаешь? А кто его голос я слышала? Ну, где-то что-то задело, включило. А, ну может быть, я-то не понимаю ничего здесь. Ну ничего, слава богу. Я вам тоже овса напарила, как принести? Пусть Володя придет, тогда Не зайдет. приноси. Я не слышу. У меня тут шторку опускай, голуби летают. Туда, чтобы не вылетали. Нет, я не понесу. Пусть Володя, говорю, зайдет, когда. Они ушли на биржу труда, устраиваются на работу. Ну ладно, хорошо. Ну давай, с Богом, храни Господь тебя. Спаси Христа Да, с за Богом. молитвы святые. Слава Христу. Слава Богу, да. Слушайся мужа. Я слушаю.